Бонжорно! Здравствуйте! Мы координаторы клуба «Созвездие» города Кенсы. Гимназия номер 1 имени Юрия Алексеевича Гагарина. Меня зовут Маша. А я Анастасия. Наш клуб занимается антинаркотической пропагандой, а также экологическими проблемами, связанными с Чернобылем. Раньше мы занимались всегда антинаркотическими проблемами. Мы пропагандировали здоровый образ жизни среди своих сверстников, проводили всякие городские акции областные, проводили всякие конкурсы и просто работали, помогали людям, нуждающимся в нашей помощи. То есть ездили во всякие монастыри, помогали. Дома престарелых, детские дома, детские садики. То есть и старались помогать людям, нуждающимся. И недавно мы стали заниматься проблемами Чернобыля, проблемами экологии нашего города и близлежащих городов. Мы съездили в Новозыбков, в Злынку, Ольховка, где проводили тренинги по проблемам Чернобыля и антинаркотической пропаганды. То есть от прошлого года, когда вы к нам приехали, вы очень вдохновили нас своей работой, и мы решили создать такой же клуб в нашей школе. То есть, да, у нас сейчас один из самых лучших клубов, то есть в городе, да, то есть мы занимаемся очень активно, у нас огромный клуб, у нас много детишек, которые каждый год приходят, у нас разные поколения со всех классов дети, то есть очень много желающих заняться деятельностью, очень активность проявляется большая. Вот, и в прошлом году мы провели акцию детскому дому, мы собрали игрушки, вот, для каждой группы, да, провели утренники. Затем мы съездили в дом престарелых, дали концерт, да, и там подарки тоже подарили. Потом мы очищали, опять же, территории, всякие монастыри ездили, провели первый форум города, волонтеров города Кленцы. То есть это наша идея была первая. Мы собрали всех волонтеров города из нашей гимназии и провели форум. Затем мы проводили экологические акции «Экология планеты, экология души». Это вдохновили нас вы, Лига Амбиента. Спасибо огромное. Это все делается на добровольных началах. Мы очищали озеро нашего города от мусора, а также школы и наводили порядок на школьных дворах. В нашем клубе около 50 человек. Но практически каждый раз к нам все больше и больше детей хотят этим заниматься. Им это очень интересно, и это на добровольных началах. Вот еще в этом году мы стали заниматься проблемой Чернобыля очень глубоко. И вот, что мы делали по поводу этого? Во-первых, мы с каждым ликвидатором поговорили лично. То есть мы звонили заранее, то есть договаривались о встрече, либо мы к ним ездили, либо они там в школу приходили. Мы задавали вопросы, и они нам во всех подробностях показывали материалы, фотографии о том, что вообще в Чернобыле, где они находились, этот момент, что они делали. То есть потом мы встречались, что мы ходили, мы поддерживаем этот союз, то есть стали с ними работать. Мы ходили на их 20-летие этому союзу, давали концерт давали. Дальше. Во-первых, потом мы очень много с материалами по поводу Чернобыля работаем, то есть всякие книжки, интернет, средства массовой информации. Ну и, конечно же, самое лучшее, от кого можем узнать, это от ликвидаторов, потому что мы считаем, что это очень важная проблема. Да. И что можно сказать, что наша работа является плодотворной, потому что очень многие люди вдохновляются нашей работой. И когда мы ездили в другие города, в другие села, мы спрашивали, хотите ли вы создать такие же клубы, как у нас, а также помогать нам. И многие дети согласились, и это действительно интересно. То есть мы можем помочь им для создания вот этих клубов. Мы считаем, что мы занимаемся правильным делом. Вот. И здорово, что есть такая возможность пообщаться с волонтерами из Италии. То есть нам это очень важно, нам опыт, то есть понять, в каком направлении нам действовать. Вот в этом плюс. Планы на будущее очень большие, но они еще конкретно, мы еще не обсуждали конкретный план действий, но мысли о том, что это будет действительно Чернобыль, это важно, и мы не должны забывать эту трагедию. То есть, может, мероприятие какое-то будет организовано, может быть, поездка в Припять. С ликвидаторами разговаривали, собирались на годовщину поехать туда.
И если кого-то отпустят родители, отпустят, будет возможность, то... То есть тоже поедем. Да, то мы съездим туда. Вот. Потом... Не все волонтеры, но... Ну, конечно, не все. Ну, вот некоторые, хотя бы старшие классы, вот, если хотя бы несколько волонтеров. Затем мы будем действовать, естественно, в антинаркотическую пропаганду, это естественно. То есть всякие городские акции, областные, ездить по городам, рассказывать, потому что... А также мы будем приобщать детей из других школ к созданию таких же клубов. Пусть небольших, но все же это нужно. Потому что дети, вот мы приезжали даже вот ту же самую Альфу, потом люди не понимают, что это вот, насколько это острая проблема. Когда мы спросили, вы знаете, что...